Да? Хорошо, да? Первая пыль. Да. Первое солнышко. Дождались уже, да, в доме ждать. Привет, народ! Ну что, первые весенние деньки. Мы наконец выбрались на шашлыч. Вон дровишки у нас подготавливаются. Ребята, вся банда здесь. Игорек, Вова. Так что и как раз совместим приятное с полезным. Тут у нас, ребятки, есть нехилое количество пивного ассорти, да. Это домашники, ребята прислали. Это две пшенички. Наш друг. Да, адмирал Бенбоу, Тарас Калядюк. Привет, Тарас, спасибо за подгон. Как раз попробуем. Все вот это вот ассорти от с Мариуполя, от Александра Ксенофонтова. Тоже домашник, молодец парень. Конечно, вообще, вот фанат именно. Ездит по всему миру, пробует разные стили пива. То он откуда-то с Норвегии, то откуда-то с Праги, то еще откуда-то. Да, круто. Сам, да, вываривает. Когда мы с тобой уже так поедем? Я не знаю. Поедем. Да. И вот он вылизывает эти рецепты. Вот, наконец, несколько своих сортов прислал. Тоже давно это было. Где-то полгода хранились у меня в холодильнике. И это. Ну, я думаю, нормальное домашнее пиво. Заодно покажем людям, что оно 5 дней не стоит. Да. За полгода в холодильнике только лучше стало. Так что будем пробовать. Что тут у нас есть? С легенького. Ну, конечно, с легенького. Тут у нас Вайзенбок, пшеничка. Вайзенбок – это круто. Да. Это Strong Scotch Ale. Тоже круто. Тоже круто. Это эти маленькие бутылочки оставим на потом. На полировку. Давай тогда отбираем на полировку. Голову. Ну, сейчас посмотрим это. Или... Это ПЛЛ. Вишенка. ПЛЛ. Вишенька. А вишенька? А ну, расскажите. Вишенька? Я не знаю. Что это за сорт? Я думаю, стиль Саша потом в комментариях расскажет, да. Что это за вишенка такая. Тихо, еще не пьяный. Хопкорн. Понятно, а корн? Корн, ну, кукурузная, наверное, с добавлением кукурузы, наверное, какая-то. То есть две... Два хопкорна, два пэлэля и да. Две вишенки. Да. Нет, два стронгэля, два вайзенбока. А это от Тараса Витбир, классический. Красивой наклеечкой. Да. И American Wheat. Американская пшеничка с хмельком. С хмелечком? Да. Ну, давай с пшенички начнем. Классическая, я думаю. А чем закусывать будем? У нас же нету пока акарачков. Нету пока. Акарачка. Ага. А у меня есть отличная. Вчера заказал. Тоже парень фанат, просто вот, ну ты его знаешь, я, да. Да, я с ним знаком. Да, на паб заказываешь просто, начал заказывать на паб чипсы мясные, колбасу, потихоньку попробовать. Сейчас основной клиент затаривает. Разлетается. Люди, конечно. Вова. С колбасой. Да. Ну как? Колбасный фабрикант. Владимир лично. Да. Здорово. Респект. Просто здорово. Где-то нашел книгу рецептов царских времен, ага. Поставщиков царского двора, мясников. Какие они для царя делали всякие там колбасы, деликатесы. Короче, по этим рецептам фугует и от себя там придумывает. Блин, да у него что не колбаса. И так ассортимент сумасшедший. Косуля, бобер, какие-то там лоси. Я хочу раковую колбасу его попробовать. А, раковая колбаса. По-царски какая-то с раков и еще с добавлением крабового мяса, короче.
Ну, там просто говорят, ну, бомба. Ну, мужчина заморочился серьезно. Да. Так что мы пока наша печка, да, не дотлела. Да. Так сказать, начнем праздник. Потихонечку, да. Потому что зима была тяжелая. Нарежем колбаски и начнем потихоньку дегустацию. Так, вот это вот бобра, колбаса. Вот это вот кориандровая такая с кониной, по-моему. А это косуля, баранина и еще какое-то третье мясо. Короче, забыл. Вообще, короче, жесть. Так, такой у нас натюрморт будет. Молодой чесночок и зелень. Не молодая, но зелень. Ну что, народ, с чего будем начинать? С легенького чего-то, да? Только с легенького, потому что, ну, в любом случае, эстафету нам это надо будет пройти. Однозначно, я не думаю, что мы просто... Предлагаю тогда с оригинальной пшенички, с самой... Что есть простой. Да. Да. Ну что, давай. А ты уже как-то не камильфо. А, хорош. Хорош, да. Ну, пшеничка. Ну, Тарас молодец, да, у него хорошие там. В прошлый раз пробовал. Все сорта, не было такого, ничего плохого, все сорта хорошие. Ну что? Ничего, отличный цвет, супер, просто вайцен. Хорош? Угу. Хорош, да. Интересно, что за хмель? Такой розочкой какой-то отдает, прямо вот. Нате. Донна, Роза сидит, а то у меня чувствую, не, ну, прикольно, не пойдет. Хмель прикольный. Хмель вообще. Похож, у меня когда-то, помнишь, Red X делал? Делал, когда цветами все. Да, 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 Вильямет. Неплохо. Вильямет, Вильямет был хороший хмель. Да, помню, цветочки. И это прям так... Кстати, все требуют эффекта. Кого? Народ требует Red X. Red X? Угу. Да, был бомбезный. Надо будет сделать. Народ. Ну, розами прям пахнет обалденно. Ну что, я пью, я не знаю, как вы. По-моему, ну, шикарно. Ну и хмель на вкус. Нет, оно не горькое вообще. Не, вкусненько. Вкусненько. В принципе, как пахнет, так и да, как да. Пахнет, так и на да. Вкус. И на вкус такой же. Очень цветочный аромат. Просто. Обалденно. Очень вкусно. Интересно, ему ж полгода оно выстоялось, как бы пшеничка должна. Ну, вообще хмелевые ароматы должны немножко попритухнуть. А сейчас. Ну, кстати, да. Ну, кислинка вообще практически нету. Ну да. Отлично. Отлично. Тарас, зачет. Вообще обалдеть. Очень диким. Да. Вова, конечно. Во. Я сколько. Вау. Да, сколько не заказываю, конечно, у тебя эти наборы. Для солянки набор. Мы его, короче, перепрофилировали на пиццу. Делаем сами тесто.
вот этот набор для солянки укладываем на пиццу. Пицца получается просто копченостей. Вообще, я тебе говорю. Ну, ты же, наверное, и сыра не жалеешь, как всегда, да? Там покрывает. Я знаю, как. Бокальчики помыли, все. Нафиг тот шашлык. Я еще за колбасой скажу. Не, колбаса супер, конечно. Ну что, американская пшеничка. Да. Ну, сейчас, я думаю, хмеленочка должна быть какая-то интересная. Ну, вот мне интересно, что через полгода получается с хмелем. Ну да, кстати, очень много, да, говорится, что вот хмель раз и пропадает со временем. Да, да. Поэтому Элли надо побыстрее пить. Да. А тут нифига. Ну, темнее. Ну, конечно. А вообще, да, прозрачная? Прозрачная практически. Кристалл. Кристалл получился. Ну да. На запах. Как у той, да, только мощнее. Как у той? Ну, у первой пшенички. А. Только мощнее получился запах. Ну, цветочки. Цветочки. Поля цветов. И более горькая. Да, уже попробовал. Ага, и более горькая получилась. Нет, ну она не такая, чтобы горькая, просто горечь чувствуется. Там вообще горечи не было, ну а здесь... Не, ну все равно кардинально другое. Более густой запах. Там если такое легкомысленное, здесь такое... Более нежненькое. Да, более густой такой запах. Легко по-мужски. Да, и вкус. Америка. Да, стрёмно. Соединенные Штаты Америки. Густенько даже. Чуть чувствуется. Тело. Но все равно пил бы то. Плотное. Пил бы то вреднее. Ну то да, то питьевое. Это так. Это уже посерьезнее. Понемножку сербать. А там можно, знаешь, литровый, да, бокал. От бокала шланг пошел. Оно плотное? Насколько? Насколько оно плотное, Виктор? А плотность у них одинаковая. Плотность одинаковая? Да, но это чувствуется как плотнее на вкус. Не за горечи это, да? Ну, может, и за горечи тоже, да. Все равно здорово. Ну и отлично, здорово. Отлично. Американская пшеничка тоже удалась. Тарас, как Тарас, всегда... Да. Жжешь. Да. Просто жжешь. Молодец. Давай да. Еще. Да, жги дальше. Давай еще. Мы твои поклонники. Бобра. А это сразу зубы не появятся там сразу. Где плотина? Плотина где? Слушай, а из йети он может вообще сделать колбасу? Из йети? Ну да. Представляешь, это колбаса снежного человека. Я думаю, если ты поймаешь йети, он с удовольствием. Владимир сделает. Маньяк еще тот. Да вообще бомбезная колбаса. Моя жена сказала, во-первых, с тмином, а не с кориандром. Что ты, кориандр? С тмином. Ну даже пахнет тмином. Да. А, не, это круче. Круче, да. Это круче. Ну что, давай еще. С чего? Слушай, ну у меня вишенка, это просто вот прям вот вишенка, да? Покоя не дает, да. Что ж оно такое? Что, он даже не сказал тебе, что это и как это, куда это? Полгода назад он говорил. Я понял. Ну, я понял. В моей памяти она не такая длинная. Так, вишенка. Ну да, давай вишенку. Ну уж очень интересно. Саш, начинаем с вишенки. Да, Саш, попробуем. Ну вот цвет. Цвет, да, густенький такой. Да я понял. Я понял. Твоя жена меня бьет. Да, и она влазит в кадр и щипает меня за задницу. Мы уже привыкли. А, насыщенный какой цвет, да? Классный получился. Ага, пахнет фруктовым. Фруктовым таким вот пахнет, да. Сладость такая. Фруктовая сладость в запахе.
пахнет приятно. Не, ну очень приятно пахнет. Очень приятно. Не могу только вот поугадывать. Хотя что-то похоже, да? Хмелевого там сильно нету? Ну нету, да. Ну тоже ему полгода, тоже они где-то, где-то в одно время зимой, в середине зимы прислали. Да какой в середине? Осенью. Осенью, да. Осенью прислали. Мы с тобой тогда были очень заняты. Да, осенью прислали, это зима прошла, вот сейчас уже половина весны, только добрались. Саш, ну пахнет очень вкусно. Очень, да. Не могу разобрать, но очень интересно. Вы уже пили, да? А, уже, да. Сухенькая. Ага. Сухенькая и такая, класс. Необычно. Да, с кислиночкой такой. И букет бух, раскрывается. Ну да, очень необычно. Сухой такой. Брют. Вишенка брют. Да, приятно. Очень приятно, такой летний. Очень, да. Леденцами, да? Да, вот что-то вот не могу понять, вот вроде такое. Ну только кисленький. Да, 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 да. Леденцы, леденцы фруктовые. Очень обаятельный такой запах. Аромат такой вначале такой прям крюшончика такого, а потом пьешь, уже такое кисленькое такое. Сухенькое и горчиночка чуть-чуть. Ой, обалдеть. Очень необычно. Очень зашло. Очень зашло. Саш. Саш. Ну, первый Во. Вова молчит. Все. Вова просто пьет. Я думаю. Он сравнивает. До того глубокое погружение, да, в это самое. Слишком много прошел. Слова это не в этой реальности. Он весь там. Да, да, он профессионально. Мы с тобой отдыхаем, а он пришел именно профессионально к этому отходить. Можешь одним словом сказать. Не могу понять до конца. Ну и ощущения. Ты да, вот, ты говори, про себя скажи. Говори, я ощущения. Понял, легко. Легко. Первое легко. Слово легко. Легко. Ну это ведь неплохо. Что, а, уже эти самые. Ага. Ага. Та-дам. У нас все-таки будет мясо. Да-да. Все-таки будет мясо. Да, как раз угольки подоспели, класс, отлично, отлично. Ух ты, как такая. А Карачков, да, взял для шашлыка специи, лук, немножко соуса терияки, мед, все, соль. Очень-очень по-простому и вкусно, да. А ты заметил, запах пошел, да? И... А я хорошо, я так стою, знаете, у меня тут, во-первых, греет так... Так колбаса вкуснее стала. Ой, хорошо, хорошо. Друзья, надеюсь, вы тоже отдыхаете с нами вместе. Да. Потому что отдыхать надо, поверьте. Надо. Работа... Работа, работа. От работы кони дохнут, да. Если не отдыхают. А если отдыхают... То не дохнут. То времени то того. Вот так вот. Да. С молодым чесночком. Ой, блин, я забыл, слышишь? Попробуй. Попробуй вот так вот там. Колбаску с молодым чесночком. Вот за что я люблю Виктора. Вот он умеет правильно отдыхать, я вам скажу. Знает, что и с тем. Да. Вкус. Специфический. Ну-ка, не на огонь. Ага. На себе все огонь. Да. Вова, конечно. Молодец. Маньяк. В хорошем смысле маньяк-мясник. Ну, такой же маньяк. Хотя на слух воспринимается, да, ну, кстати, да, маньяк. Маньяк-мясник. Владимир, мы любя. Да. Давай, не задерживай. Пацанчик, наливай. Живи. Я готов. Хопкорн, да? Хопкорн давай. Хопкорн. Уж очень интересно. Да.
Тоже непонятно. Очень, да? Интересно. Непонятненько. Что ж оно такое? Да. Хопкорн. Явно хмелевой, явно кукурузный. Судя по названию. Красотулька. Пена. О. Пена такая крупная. Крупная, мощная. И быстро садится. Да что такое мне все с цветами? Да, цветами как-то пахнет все. Ну вот старый, может, старый хмель из-за того, что полгода он стоит уже. Не, ну оно все равно классно. Я-то думал, он, помнишь, как-то мы с тобой как-то экспериментировали, как-то, ну, ароматы кардинально все менялось. Чесночный какой-то проявлялся, да? Нет? Да не, ну то совсем долго. Тоже цветами пахнет. Цветами пахнет, да. Цвет золотой. Убейте этого чупакабру, пожалуйста. Жги, малыш. Ну что? Ну что-то вообще интересно. Интересненько, да? Вот оно что. Я скажу одно. Отличное пиво. Сухо выброжено, конечно, очень идеально. Реально кукуруза. Очень хорошо выброжено. Ни грамма сладости. Сухо. Сухо. Вообще. Товарищ Сухов. Отлично. Запах. Запах классный. Цветами. Вкус очень легкий. Такой легкий-легкий, сухой. Сегодня все какое-то легкое. Да, да. Ну такой залпом, да, лупить. Летнее очень, время просто. Очень хорошо. Сдается мне, господа. Да-да-да. Сегодня не будет плохого пива. Ну, судя по тенденции, которая сейчас происходит, да. Не, супер. Pale Ale. Непонятно, что с ним будет через полгода выдержки. Его вообще как бы первые три месяца, да. Уж очень он должен быть ароматным. Да. Ну, на то ты дегустатор меда. А что я пиво пью? Так это что же, типа. Да. В ту степь. А не пофиг ли, что дегустировать, да? Лишь бы дегустировать. Лишь бы дегустировать, да. Ну, было бы странно, да, если бы ты такой, ну, 3-литровую банку открывал бы. Точно. А сегодня мы дегустируем гречневый мед. Ты уже такой... Ложками. И 3-литровую банку. И 40 минут. И все так... В конце. Вот так вот. Да, это как медведь, да, на бегемота смотрит. Вот бы мне такой. Медку бы хапнуть. Отлично. У меня тоже квистов. Класс. Почему у меня мутняк? Я со дна. Самое вкусное. Самое вкусное. Не переживай. Да, такой кристально янтарный. У меня янтарь. Да, темно-янтарный. Яркий янтарь. Ух ты, на солнышке прям красным таким вспыхивает. То радиация где-то там заводит. Теми же цветами. Да, да. Одинаково. Александр, да. Вы уж извините на цветы. Я понял. Какой бы хмель вы ни ложили, но через полгода выдержки с любого пива хмеленого получается цветочный аромат. Просто вот розы. Розы какие-то, тюльпаны. Ну да. Ну очень. Нет, пахнет приятно. Да, да. Нету цитры, да? нету какие-то хвои, просто цветы, луговые цветы. Потому что да. Да, на вкус ничего. А это уже с телом таким, да, сладковатым. Это уже со сладковатым телом, там, видать, уже и декстринчики есть. Очень плотное такое, хорошо.
Вот я... если в тех не было кислинки? Не было. По-моему, даже в пшеничке не было у Тараса. Не, у Тараса вообще нежно. Не я жрю, да. Особенно первый вид вообще. Фу! Вот так вот. А здесь кислиночка такая есть. И телом как бы плотная, и кислиночка есть. Хорошо. Хорошо. Очень. Да. Очень даже. Все, я? Хорошо. Я здесь. А я тут с вами. Я под это боя сыр взял. Какой? Не, на пармезан. Да. Угу. Кусок вот такой вот. Да. И так. Да, да. Мясо вот как-то. Бобер не идет. Не очень, да. Бобер не. Бобер. Нафиг бобер. Ну а пармезанчик, я думаю, вот под этот очень хорошо бы ушел. Ну, под мясо, наверное, более плотные все-таки пойдут. Сырок. А, уже готово? Ну, мы прокалываем, оно белый сок уже. Ага. Смотри. Ну, отлично. Можно? Да, да. Давай. Тарелку давайте. Филеха, что ли? Филе, да. Ну, бедро, не бедро. Филе бедра. Я уже разбираюсь. Бобра. Я уже разбираюсь. С хребтом, без хребта. Владимир, на закупках это страшно. Надя, как понаписывает. Ну, вот этот запах, конечно, блин, свежего жареного мяса на углях, это... Все-таки это тянет немножко так нас обратно в средневековье. Без этого никак. А вот заметили, на свежем воздухе, на природе вообще запахи намного круче раскрываются. Что мясо, что... какие-то там приправы, что ну, банально чай, просто вот чай, кружка чая, блин, в доме. Сел во дворе. Пьешь, да, или во дворе, вот где свежий воздух, намного круче и мощнее. У вас вообще чай такой, с этой пиалочкой. Вот, да. Вы вообще не относитесь, я вам скажу. Хорошо. А неплохо. А не, не, неплохо. Неплохо. Ну что, музыкальная пауза кончилась. Продолжим. Продолжим работать. Продолжим. Strong Scotch Ale или Weizenbock? Скотч, мне очень интересно. Очень интересно. Скотч. Ну, очень интересно. Бутылочка уматная. Ага, ссылочка прикольная. А, темненькая. Сейчас нас уничтожен? Ну, я же не знаю. Если уничтожит, то... Давайте кого-то первого. Как там Папанов говорил? Сядем все. Ну, это уже ближе ко мне. Да. Более темное, такое темно-коричневое, да? Пузырьки у нас мелкозернистые. Цветочки. Опять цветочки. Но более яркие, да? Ну, легкий плавный оттенок темного пива уже, конечно же, есть. Как уровень цвета такой повысился, да, и уровень запаха. Может, мы где-то в поле стоим, слышишь? Как угадал. Цветочки. Ну, класс. Приятно. Очень приятно. Приятный запах. Очень приятно. Такое я люблю. Крема бежевая. Кремовая. Крем. Пена. 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 Пена кремовая. Бежевая. Все, меня не трогать, я пью. Пахнет хорошо. Сухая, мощная, да, штука. Да, легкая штучка такая. Сухая, мощная штука.
Саш, молодец. Выбраживаешь, конечно, в ноль. Идеально. Идеально. Нету лишней сладости, которая отвлекает. Хотя да, я, если честно, ждал сладкой. Ну да, судя по запаху. Угу. Запах такой насыщенный, сладкий, цветочный. Какую карамель такую, да. На языке подержите. Карамелька, да, раскрывается. Можно нюхать, Вкусненькая штучка. Да, чувствуется, что мощная, да, но вот запаха пока спирта вообще же не чувствуется. Вот что... Не говорил, сколько там? Не говорил. Может, и говорил. Говорил, да. Может, и говорил. Класс. Ну, мне понравилось. Класс, да, очень. Пахнет, конечно, замечательно, можно просто нюхать. Очень понравилось. Необычно. Игорек. Mm-hmm. Игорек нам рассказывал, говорит, ну пришел же в кафешечку, говорит, много разного красного пива, говорит, удиви меня. Бармен, удиви меня, говорит, что ты ему с перцем принес с чили. Ну, говорит, удивил? Ну, говорит, нет. Ну да. Вот она, красовая революция в Украине. Типа дай что-нибудь вкусненькое. Да. Человек уже как бы с опытом знает, что хочет. Многое перепробовал. Удивительно. Weizenbock. Ох, интересно. Мне Weizenbock. Weizenbock, да. Если Strong Scotch Ale я еще не пробовал, не делал, да, а Weizenbock пробовал и... И не раз. Да. Ну, цвет, в принципе, да, как похож. Как наш, колобковый. Как у колобка. Цвет, да. Опять? Не, ну тут уже такие... Такие банановые, сушеного банановые ноты есть. Ну да. Сухофрукт такой маленький. Да, такой. Сухофрукт. Не свежий банан, да, а сухофрукт такой. Вяленый. Подгулявший банан есть, да? Вяленый банан. Нет, ну это ж хороший запах. Да. Не, хорошо, да, пшеничкой пахнет. Сухенький. Ага, и кислинка сразу так доминирует. Кислиночка. Не, отлично. Отлично. Хорошая пшеничка. Саш. Ну, вся линеечка вот такая. Ну, вкусно. Знаешь, дорблю сейчас бы пошел. Сыроватка. Ну, да. Неплохо. Дорблю. Неплохо. Неплохо. Дорблю бы пошел. Но я закушу окорочком. Следующая партия пошла. Класс. Ну что, думаете, все кончилось? Ну, я уже хорош. А если попробовать мое домашнее? Твое, да. Ты домашник? Это я сделал, короче, немножко слегка пшеничное, но с добавлением сока красной смородины. На 10 литров я добавил полтора литра красной смородины. То есть витамина С там... Limited edition. Very limited edition. Very limited edition. На сухое мозаик цидра Эльдорадо. Серьезно. Серьезно, да. Миля. Свеженькая. Очень? Да. Цветами уже не будет пахнуть. Ну, я думаю, через полгода тоже будет цветами пахнуть, но сейчас, я думаю, должно взрыв, быть. Там взрыв пошел. Съемка нужна. Ага. Вот жопа.
Где ты смородину в апреле нашел? Замороженная была. Есть такие штучки, как морозильные камеры. Уже давно изобретенные. Да. 1.5 литра. Да. Смородины нормально. Да. С кусками дрожжей, да? Ну ничего. Это нормально. Это же домашняя. Ну нюхайте. Это нечестно. Да. Цитра бомбит очень мощно. Да, вот так вот должна хмелёночка. Да, нечестно. Свеженькая хмелёночка. Нечестно, ты перебил пацанов. Через полгода. Ну, крутяк. Да. Крутяк. Я, если честно, думал, что у нас со хмелёнкой все-таки не будет ничего. Оказывается, мы тоже умеем. Ну. А не по... Ну. Не по то. Да. Да, уже хорош. Ну и что, сколько здесь плотность, сколько алкоголь? Плотность 14. Угу. Алкоголь 5, где-то, ну да, пятерочка чуть выше. Чуть выше. И... Ну и 3 хмеля на сухое. Ну, аромат безумный. Я пью. Пахнет, конечно, обалденно, да? Уха. Блин, вообще вкусно. Такой фреш. Ё-моё, это просто фреш. Скажи, вообще сок, да? Вообще фреш. Вот натуральный, вообще фреш. Как будто сок пьешь. Вот я сколько раз сказал фреш? Фреш, фреш. Виктор удивил. Просто уничтожил. Я знаю. Просто уничтожил. Да. О, блин. Очень вкусно. И горечи такой мощной нет. Нету. Да, именно вот на сухое. Там? Когда на сухое лужишь, оно ж не считает вообще. Какая-то IBU, что ли? Угу. Прибавляется какой-то IBU, но калькулятор его не считает. И считается, что как бы там нету IBU. Сколько-то? То есть сколько? Оно на основе пшенички. IBU то есть... сколько-то? Да, тут, ну, где-то 12 IBU официально, но оно немножко больше, вот. Но не такая, как, такая фруктовая опашечка, да? Опашечка. Опашечка фруктовая. Ну уж точно не опашечка. Ну да. Блин, обалдеть, Виктор. Perfect. Просто, yes. Yes, of course. Yes. Я блин, думаю, ну... через полгода она, конечно, тоже цветами будет пахнуть. Ну мы сейчас. Но пока да. Пока да. Блин, обалдеть, Виктор. Ну что, друзья. Вот и закончилась наша дегустация. Мы, с вашего позволения, продолжим, конечно. Ну, это уже... другая история. Да. Дополнение в Инстаграме. Да. В Фейсбуке. Батарея на телефоне, на фотоаппарате кончилась. Не хватает, чтобы записывать. Поэтому прощаемся с вами. Операторская группа уже обтекает слюнями. Да. Поэтому будем... продолжать. Да. Ну что, делайте пиво вместе с нами, делайте пиво лучше нас, да. Так что всего хорошего. Пока.